На канале «Россия-1» состоится премьерный показ военного исторического сериала «Бомба». Как же будет разворачиваться сюжет по сериям? Первая серия. Москва, 6 августа 1945 года. В лаборатории номер 2, которой заведует Игорь Васильевич Курчатов, отмечают свадьбу двух молодых физиков – Анны Галеевой и Кирилла Муромцева. Вечером Курчатова без объяснений причин тайно забирают НКВД. Его привозят на совещание к Берии, на котором собраны ведущие физики страны, в том числе Юлий Борисович Харитонов. Только что пришло известие о том, что американцы сбросили на Хиросиму атомную бомбу. Берия требует через год создать точно такую же бомбу для Советского Союза. Но сроки непосильные. Ученые уверяют его, что разработка такой бомбы – это крайне сложный процесс, требующий не только времени и усилий тысяч людей, но и создания целой новой отрасли. Вторая серия. У выпущенного по амнистии талантливого физика Михаила Рубина завязываются отношения с костеляншей Соней. Но переводить их на серьезный уровень он не намерен. Он приходит к Курчатову и внезапно просит отправить его обратно в лагерь. Но Берия уже распорядился насчет его кандидатуры. Михаила приказано командировать в Копенгаген. Разведка принесла сведения, что датский физик Нильс Бор согласен помочь СССР в разработке атомной бомбы ради достижения паритета с США. Тем временем Муромцева и Рубина отправляют к Бору, с которым Рубин работал еще в 1938 году. Третья серия. Курчатовцы пытаются вычислить критическую массу урана. Ученых торопят под угрозой расстрела. При неверных расчетах запуск цепной реакции может привести к взрыву с большим выбросом радиации. Кирилл и Аня настаивают на осторожности. Рубин же предлагает пойти на опасный эксперимент, чтобы уложиться в сроки. Но можно ли довериться бывшему заключенному? Четвертая серия. У Кирилла впервые в жизни случилось озарение. Ему пришла в голову идея отказаться от проверенного американского горизонтального котла в пользу оригинальной вертикальной конструкции. Муромцеву предстоит убедить в состоятельности своей идеи коллег-оппонентов из университета. Ученый совет приказано продолжать до тех пор, пока решение не будет принято. Напряжение близится к критической точке, и не только в непримиримых научных спорах, но и в отношениях лучших друзей Муромцева и Рубина. Кирилл понимает, что чувства Михаила к его жене Анне так и не прошли, и она, похоже, отвечает ему взаимностью. Премьера новых серий состоится с 9 ноября на канале «Россия-1». Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.